У Жлобіні прайшоў дабрачынны канцэрт рэспубліканскага марафону «Усе фарбы жыцця для цябе». На гэты раз валанцёры БРСМ пры падтрымцы артыстаў беларускай эстрады збіралі сродкі для 5-гадовага Цімура Мішчанкі, якому патрабуецца дарагая рэабілітацыя. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Ганна Каральчук. Гісторыю гэтага хлопчыка і яго сям'і ведаюць многія жыхары Жлобіна. У выніку родавай траўмы ў першы дзень свайго жыцця Цімур апынуўся ў рэанімацыі. У 10 месяцаў хлопчыку паставілі дыягназ – ДЦП, спастычны тетрапарэз 3-й ступені з рухальнымі парушэннямі і затрымкай псіхамоўнага развіцця. Яго бацькі, Андрэй і Юля, вырашылі, што зробяць усё магчымае, каб сын навучыўся хадзіць і размаўляць. 2 гады лячыліся ў Беларусі, потым наведалі рэабілітацыйныя цэнтры ў Расіі і Украіне. Самым таким эффективным и запоминающимся моментом стала реабилитация в школе добежных. Мы никогда не пробовали дельфинотерапию, гидрореабилитация, ипотерапия. Но взаимодействие с животными тоже вот дало нам такой определенный толчок. Физическая культура, она, ну, можно сказать, не такая, как все. Она происходила как-то более эмоционально. Ребенок старался, ему нравилось делать то, что у него как бы не очень совсем получается. После апошней реабилитации у Тимура наметились важные змены. Хлопчик стал самостоятельно жевать, тримать постать, стал уважливым. Наступное лечение чакая его в листопаде. А вот для 3-го курса реабилитации у Сочи батькам потребуется 6,5 тысяч долларов. До сбора необходимой суммы долучился Белорусский Республиканский Союз Молоди. Самая главная цель, которую мы для себя ставим вот этим концертом, это дать резонанс этой теме. То есть, чтобы как можно больше людей, которые побудут на этом концерте, рассказали о Тимуре друзьям, соседям, неважно. Может быть, каждый поможет по рублю и уже к декабрю месяцу, а к декабрю месяцу надо перевести уже аванс на лечение, мы сможем собрать эти средства. На заклик об допомозе отгукнулись белорусские гурты «Лас-Вегас», «Провокация», «Бай-Сити», выканавцы Ольга Сатюк, Дмитрий Королёв, Макс Лоуренс и многие иншие. Подчас концерту яны дарили Тимуру цацкие ласунки, жадали моцного здоровья и дяквали батькам за то, что яны не покидают сына и протягивают змагаться. Возможно, что-то действительно случится в жизни человека за 3 минуты, пока я на сцене, но главное то, что по итогу это будет благотворительность, которая может помочь маленькой большой жизни. Это, конечно, стоит определенно каждого дня того, что я работаю. Все, что связано с детьми, для меня все тревожно, все волнительно. Это же не пиар, это благое дело. А благое дело, оно всегда должно быть от чистого сердца, от души. Это самое главное, в первую очередь. И я, естественно, надеюсь, что сегодня все артисты, кто принимает участие в этом концерте, они смогут этим самым собрать необходимую сумму, и нам удастся сегодня сделать что-то хорошее. Республиканский марафон «Усе фарбы життя для тебе» проходит по инициативе БРСМ с 2009 года. Он собирает волонтеров и всех необъяковых людей, как допомогать детям, яким необходимо дорогое лечение. Доброчинная акция уже допомогла десяткам хлопчиков и девчонок по всей стране. Яна закликана объединять как мага больше людей вокруг великой беды одного маленького человека. Самое главное то, что наши белорусы поддерживают эти марафоны, они приходят на концерты, они перечисляют адресно, оказывают адресно помощь деткам, которые попали в беду. Квитки на концерт были цалком выкупленные. Усе сродки от их продажу будут пералічаны на доброчинный рахунок маленького Тимура Мишченки. Дарэчы, пополнить его может любой жадающий у любой час. Реквизиты вы зараз бачите на своих экранах. Ганна Каральчук, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобіна.